Празднованию Дня Республики быть. Однако большая часть запланированных событий из-за распространения коронавируса пройдет в онлайн-формате. Виртуально планируют провести 11 мероприятий. Всех их будет объединять официальный хэштег «Столетие Чувашской Республики. Вместе Перле». Один из первых онлайн-марафонов под таким хэштегом «Славься, Чувашия» стартовал еще 26 мая. К нему присоединился и Новочебоксарск. 6 десятилетий назад на правом берегу Великой реки Волги развернулось масштабное строительство промышленных и жилых объектов нового города – города Новочебоксарска. Смысл этого марафона заключается в том, что каждый день на нашем сайте какой-либо муниципальный район или городской округ выставляет свой текст поздравления вместе с исполнением гимна своего района или города. К столетию образования автономии Чувашии видеоконцерты для зрителей записали творческие коллективы филармонии, театр оперы и балета и Чувашской государственной симфонической капеллы. Еще одним подарком для жителей республики станет проект «Чувашкино». Государственный архив собрал на одном хостинге 10 документов документальных фильмов о праздновании юбилея в Чувашии. Первый юбилейный фильм начинается с 1930 года. И далее 30-е, 40-е, 50-е и так далее годы. Они есть на сайте сейчас «Чувашкино» и также на YouTube-канале этого нашего архива. Кульминацией праздника 24 июня станет самое долгожданное событие для чебоксарцев – открытие отреставрированной Красной площади. В церемонии официального открытия примут участие первые лица республики, в том числе временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Здесь же заработает нашумевший светомузыкальный фонтан. Также в день празднования автономии республики откроется выставка национальных костюмов. На базе Чувашского национального музея будут представлены народные костюмы из коллекции Игоря Дадиани. Увидеть выставку можно по предварительной записи. Сейчас стоит задача в том, чтобы на этой выставке представить историю костюма на протяжении столетия. Чуть позже к этой выставке на втором этапе присоединится известный театральный художник, известный историк костюма Александр Васильев. Все мероприятия со дня празднования Дня Республики можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Сабина Вишневская, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.